мой участок, пришла на голосование, буду голосовать. Сегодня я приняла участие в голосовании по изменениям в Конституции Российской Федерации. Считаю, что это долг каждого гражданина, живущего в Российской Федерации, и выбор его к лучшей и счастливой жизни. В связи с тем, что в течение целой недели можно проголосовать, время можно найти, удобный режим работы с 8 до 8. Если человек действительно хочет изменить свое будущее и готов к изменениям, я считаю, что нужно прийти и отдать свой голос.